Лекарства, которые прописывает врач, субсидируются из государственного бюджета. Хотя граждане не оплачивают препарат полностью, аптеки должны получить за них деньги. Поэтому они вырезают штрих-код с упаковки льготного лекарства и приклеивают его на отдельный документ, который затем отправляется в фармацевтическую коллегию для проверки и утверждения. La facturación de la receta médica es el proceso que comprende desde que se dispensa el medicamento, es decir, cuando vas a la farmacia y te cortan el cupón precinto que lo pegas en una hojita, bueno, hasta que ese medicamento lo cobra el farmacéutico. Система, разработанная малакскими предпринимателями, автоматизирует процесс и к тому же позволяет оформить счета непосредственно в аптеке, что в значительной мере сокращает возможность ошибки. Una solución tecnológica que nos permite validar, procesar, digitalizar y presentar la receta, la facturación de la receta que hay actualmente desde la oficina de farmacia. Обычно эту работу выполняют фирмы-субподрядчики. Они забирают рецепты и обрабатывают их. Если возникают какие-то проблемы, то фармацевт иногда узнает об этом месяц спустя. Имея новую программу и сканер, работники аптеки могут сами обработать и подготовить документы к отправке. Agilizar mucho el trabajo y seguridad también. Diariamente se repasa la receta, se coteja mientras se hace la dispensación, luego se vuelve a repasar por si ha habido algún error y con el escáner pues sería mucho más rápido. В Испании существует 21 600 аптек, которые отпускают около 900 миллионов препаратов в год. С программой МКСИС аптекарь сам сможет оформить все счета, что сэкономит время и средства. Reinventar el modelo o rediseñarlo. No hay mejor persona que el farmacéutico, ya que es su propio trabajo, para tener toda esta información documentada y actualizada al día. Проект входит в программу содействия предпринимательству Минерва, которую проводит правительство Андалусии и компания Vodafone.